Всем привет, с вами Прия. Относительно недавно введена такая интересная вещица. Как говорится, все прекрасно знают, что легендарочки имеют сейчас максимальный эквип 970. Они дропаются 970, но если же вы играете с давних пор, то они у вас 940. И чтобы 940 легендарку апнуть до 970, нужно собрать 50 извивающихся сущностей. Четыре способа существует их получения. Первый — это выполнение звездочек в аренах 2 на 2, 3 на 3 и на рейтинговом поле боя 10 на 10. Далее еженедельный мифический сундук, который открывается со среды в зависимости от того, какой ключик вы прошли, вы получаете там вещичку и 20 сущностей. Также сундуки посланника — это сундуки, которые дают раз в день. То есть выполняете 4 или 3 локалочки и получаете сундук, вскрываете, получаете эссенции. И, разумеется, с рейда гробницы Саргераса. Со старых рейдов эссенции не падают. Так вот, была введена дополнительная фишечка для их получения. Это прохождение случайного героического подземелья Легиона раз в день. Вы проходите, получаете 5 сущностей. Все просто, все классно. Сделано это для того, чтобы быстрее апнуть легендарки, потому что их уже большое количество, да и чтобы поднять, скорее всего, актуальность героических подземелий Легиона хотя бы на недельку-две, пока основные легендарочки не проапаются. Относительно классно, относительно чудненько, можете дожидаться прока сумки, допустим, и с этой бонус-ролью, с призывом оружия, также сходите и получите дополнительную голду, руны и вот сущности раз в день. Да, ходите, получаете сущности. Введено это недавно, то есть где-то около часа или двух назад. Каких-либо анонсов где-либо еще не было, по типу там фан-сайтов или на официальном сайте. Нигде об этом ничего пока что не прописано. Так что торопитесь, идите и лутайте эти сущности. Побольше вам 970-х легендарок, самое главное, нужных. Всех благ, счастья, здоровья и берегите ноги. До скорого!